Всем привет! С вами Снежана, и вы на канале Снежана и Снежок. И сегодня мы с вами рассмотрим, как сделать красивое звездное или радужное небо. Давайте посмотрим пример. Итак, начнем с того, что же нам нужно. Первое. Нам нужно видео. Там, где вы стоите или танцуете на фоне неба. Главное, чтобы небо было голубое, но не туманное. Второе. Картинки красивого неба. Это может быть закат, звезды, галактика или планеты. Или все, что вам нравится. И третье. Программа KineMaster, где мы будем монтировать. Эта программа есть как и на Android, так и на iPhone. И как всегда, я передаю приветики. На этот раз меня завалили приветиками. Я передаю привет каналам Арина, Ульяна, Кросы Боссы, Ксюша Найс, Лол Сюрприз Подружки, Зе Макс, Варя Котик, Рейнбол Мила, Лиза Фокс, Полина Клюева, Мир Творчества, Алина Шоу и Карина Флай. Привет! И смотрим видео одного лайкера. Вот ее аккаунт, и давайте посмотрим ее одно видео. Это ты по моему видеоролику сняла? Если да, то пиши хэштег Снежана Снежок, чтобы я тебя лайкнула. Ну, как-то нечестно получилось. Приветиков я много передала, а видео посмотрела лайкера всего лишь одно. Ну, может, в конце я посмотрю еще одно видео. Так что оставайтесь и смотрите видео до конца. Зайдем в Google и выберем несколько красивых фотографий. Можно написать звездное небо, можно написать планета. Я скачаю несколько картинок со звездочками и одну планету. Заходим в KineMaster, нажимаем на плюсик, выбираем размер. 16:9, медиа, фото, all, и выбираем наши фотки. Я выберу вот эту и вот эту. Ну, еще несколько вот таких. Нажимаю на галочку. Теперь нам нужно уменьшить наши фотки, чтобы они были не такие большие. Или просто разрезать и удалить большую часть. Я буду уменьшать нашу фотку, чтобы она была не сильно длинная. Итак, с каждой фотографией. Дальше нажимаем на Layer. Слой медиа, видео, all, и выбираю видео. Подвигаю его в сторону, чтобы не было видно надписи KineMaster.
Теперь я подравниваю фотки под свои руки, там, где я щелкаю, чтобы небо у меня менялось. Можно вот эту картинку немножко подстроить, потому что я не попадаю под руки. Теперь выделяем наше видео, нажимаем хромакей и нажимаем включить. И ползунками подравниваем, чтобы было у нас небо радужное. Теперь я разрезаю в том месте, там, где у меня первый раз должно быть радужное небо. Разрезаю, и первую часть я оставляю с голубым небом. Нажимаю обратно на хромакей и выключаю. Можно вот эту картинку немножко подстроить, потому что я не попадаю под руки. Поправим видео, чтобы оно было одного размера. И все, можно сохранять. Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу. Экспорт. No thanks. Подождем, пока она загрузится. Еще раз на стрелочку. И save видео. Все, наше видео сохранилось. Теперь можно загружать видео в лайк. Заходим в лайк, нажимаем «Снимать видео» и выбираем наше видео. И увеличиваем его до нужных размеров, чтобы не было видно надпись «Кайнмастер». Затем убираем звук, нажимаем «Продолжить». Налаживаем музыку. Я выберу вот эту. Давайте посмотрим, как получится. Вау, получается очень прикольно. Я так и оставлю. Нажимаем продолжить и пишем хэштеги. Не забывайте писать хэштег Снежана Снежок. И радужное небо. Хэштеги мы написали, теперь можно постить. Все, наше видео выложилось. Как я и обещала, в конце мы тоже будем смотреть видео. Давайте посмотрим вот ее аккаунт и смотрим видео. Красотка, я тоже люблю краситься.
новых встреч. Пока-пока.